Здравствуйте, друзья, добрый вечер. У меня хорошая новость для вас. С помощью наших зрителей, конкретно одного зрителя и доброго волшебника Гугла, нам удалось побороть злых, понимаете, там этих полтергейтсов, которые забрались на сайт залив.орг и уничтожили там вопросы, которые задавали наши зрители. Значит, вопросы оказались сохраненными, нашлись в кеше гугловском, и я оттуда их всех перенес. Так что все эти вот, как по-простому, у меня тут новая студентка Анечка, как вот эти полтергейтсы, как по-русски сказать? Полтергейтсы, как? Не знаете. Ну и, в общем, короче, все эти вот чебурашки, они плохо себя вели, но нам удалось восстановить список вопросов. Я даже сегодня с утра, чувствуя, что как-то нестабильность какая-то намечается, я ответил там на три вопроса из тех 20 с копейками, которые там у нас накопились, из старых и из новых. Поэтому я теперь буду стараться на них отвечать так ускоренным темпом. Единственное, что там есть такие большие, что можно сочинение написать. Но, в общем, такая вот хорошая новость. Полтергейтсам нет, вопросам наших зрителей да. Ура!